Всем привет, дорогие друзья! В этом видео будем шить майку без оверлока с закрытыми срезами. Майку делала в подарок, поэтому взяла выкройку из журнала. Когда шью себе, снимаю выкройку со своих вещей. Если вам интересно, как я это делаю, дайте знать, запишу мастер-класс. Ткань взяла полулен, так как она тонкая, спинку сделала из одной детали, а полочку двойную. Выточки, заложенные в плечевых швах, закалываю булавками. Так делаю со всеми плечевыми швами. Складываем детали полочки лицевыми сторонами внутрь. Скалываем булавками. Совмещаем срез горловины и проймы. Прострачиваем на ширину лапки или на 0,5-0,7 мм. Убираем иголки и подрезаем швы, делаем надсечки в углу горловины. Также подрезаем швы проймы, делая надсечки в закругленных местах, чтобы при выворачивании швы не тянули. Выворачиваем на лицевую сторону, поправляем выточки, приутюживаем, выправляя швы горловины и проймы. Полочка у нас получилась двухсторонняя, с обработанной горловиной и проймами. Для спинки из той же ткани выкраиваем под 45 градусов косую бейку, которой обрабатываем горловину спинки. И такой же косой бейкой обрабатываем проймы. Ширина косой бейки в готовом виде 0,5-0,7 мм. Косую бейку пристрачиваем к детали спинки без наметки, вставляя край среза в бейку. Пальцами поправляю. Контролирую, чтобы задняя сторона бейки попадала в шов. Ширина шва 0,1-0,2 мм. Проверяем, как пристрочили косую бейку и приутюживаем ее. Детали спинки и полочки складываем лицевой стороной внутрь и скалываем булавками плечевые и боковые швы. Прострачиваем швом шириной 1-1,5 см. Вывернув на лицо плечевые швы, мне не понравилось, как они получились. Пришлось распороть и перешить по-другому. Выворачиваем полочку наизнанку. Вставляем между полочек плечевые швы спинки. Закалываем булавками и прострачиваем шириной шва 1-1,5 см. Подрезаем швы до 0,5 мм, высекаем углы и места, где много ткани, делая шов тоньше. Этот вариант пошива плечевых швов мне понравился больше. При этом припуски спрятаны внутри и их не видно. Боковые швы прострочили шириной шва 1,5 см, делая закрепки для разрезов, отступив от края на 12 см. Разутюживаем боковые швы и каждую сторону заутюживаем пополам, загибая ее к строчке. Прострачиваем каждую сторону, ширина шва 0,1-0,2 мм. Получился двухсторонний шов с отделочной строчкой на лицевой стороне. Распарываем снизу шов на 12 см,
до сделанной закрепки ранее. Обрабатываем низ изделия швом в подгибку закрытым срезом. Ширина шва 1,5-2 см. Еще делаем закрепку на разрезах. Смотрим, что у нас получилось, и приутюживаем низ изделия. Легкая летняя майка готова. Быстро, просто, и нам не понадобился оверлок. Все швы аккуратно спрятаны. Как уже говорила ранее, майку шила в подарок, поэтому взяла выкройку из журнала, чтобы попасть в размер. Но хорошо, что она подошла и мне. Смогу показать вам, как она будет смотреться на теле. Пересылайте это видео тем, кому оно будет интересно. До новых встреч. Пока.